Всем привет-привет, с вами Елена. И у нас тут получились большие выходные, 4 дня выходных. И я хочу сделать опять перестановку в спальне. Я каждое лето переставляю кровать вот с этого места сюда. Мне вообще не нравится, как стоит, если кровать стоит вот так. Поэтому пока мои дети приехали тоже на выходные, у меня будут помощники. Так, котики хотят вылезти. Иди, иди сюда, Сима. Сима. У нас такая здесь погода хорошая. Сейчас покажу вам за окошком. У нас уже, смотрите, березка листики выпустила. Котики тут загорают мои. Сима, давай выходи. Поэтому сейчас буду потихонечку все освобождать. И поменяем местами. Насчет шкафа этого не знаю. Сейчас приложу картинку, как он у меня стоял. Он стоял у меня возле вот этой стенки. Не знаю, если у нас хватит терпения переставить все, передвинуть местами. Ну, короче, давайте начнем. А в процессе будете смотреть, как все тут у меня получится. Сима, этот цветочек нельзя кушать. Нельзя кушать этот цветочек. Нельзя. Нельзя кушать этот цветочек. Слазь оттуда. Нет, ну вы посмотрите. Эти листочки не успевают отрастать. Чем он их там так привлекает, даже не знаю. Что один, что второй. Захламила немного кухню из шкафа, решила на кухню переносить. Ой, чуть не убилась сама. Я уже почти освободила шкаф. Кстати, перестановка — это отличный повод навести порядок в шкафу, убрать теплые вещи, достать вещи по сезону, провести какое-то расхламление. Так что очень полезное занятие — перестановка мебели. Тут у меня еще вот лежит, не знаю, куда это отнести. Ну, я думаю, сейчас мы разберемся.
переставили, теперь мне надо заново все загрузить это в шкаф. Это только часть вещей. Ну вот так вот все стоит. Но в принципе у меня так и стояло уже когда-то. Я люблю перестановки. Так, покажу вам потом уже готовый результат. Себе еще одну проблему. Такая вот у меня люстра в спальне. Сейчас приложу картиночку, как она должна быть. Я решила снять, помыть эти все висюльки. Короче, я их помыла, сняла. Вроде старалась аккуратно все делать, все запуталось. И на самом деле такая возникла проблема, я теперь не знаю, как их распутать и как их повесить назад. Ну вот так у нас все получилось, наша перестановочка. Но это не факт, что так все останется. Здесь будет зеркало, Маша мне его пока что забрала. Насчет цветочка этого тоже не знаю, его нельзя в спальне оставлять, котики его любят покушать. Так, как вам такая перепланировка, вернее, не перепланировка, перестановочка? Ставьте лайк, если вам понравилось. Можете не писать комментарий, можете поставить просто смайлик. Ну, а на сегодня все. Буду с вами прощаться. С вами была Елена. Пока-пока.